Украсить город цветами. В Магадане продолжают принимать заявки на участие в конкурсе «Северное соцветие 2021». Проводят конкурс уже в шестой раз. Принять участие могут как организации, так и горожане. Основная цель конкурса – повышение экологической культуры магаданцев. Я приглашаю всех жителей нашего города принять участие в этом конкурсе «Северное соцветие», который уже заслужил признание в нашем городе. Это та составная часть украшения нашего города, озеленения его, чем сегодня занимаются городские службы. Но и вклад каждого магаданца очень важно. Важно, что небольшие палисадники, садики около дома украшены цветами прекрасными. Важно, когда учреждения государственные, муниципальные также проводят работу по благоустройству своей территории, посадке каких-то там деревьев, красивых цветов и так далее. В этом году заявки принимают в 7 номинациях: «Цветущий двор», «Дети, цветы жизни», «Учение, цвет», «Цвет творчества», «Территория цвета», «Корзина цветов», «Натюрморт». Проведут смотр конкурс в 3 этапа: прием заявок, работа конкурсной комиссии по осмотру и оценке территории, определение и награждение победителей. Подать заявку можно до 30 июня в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана.